Подошли к нашему столу и сказали: посвящайте персонально мне и моим друзьям. Это так было красиво, а то, что вы исполнили, до дрожи пробрало меня. Это не эмоции, вы видите, я не могу еще равно выступать с остальными. Так что поверьте мне, что я искренне, адекватен, но до глубины души. Мы сегодня 40 минут разговаривали с президентом вашего государства. И мы говорили на эту тему. И сегодня, когда интеллигенция собралась, к которым я обратился со словами благодарности, солидарности, начинал все это, потом переросло во что-то общее. Вы вернули меня в строй, и молодые, и пожилые, вместе. Второе дыхание наши народы приобретают, и я захотел быть полезным. Я все это к чему говорю? Сегодня мы искали... Приезжали ко мне, ждали 2 часа ваши молодые талантливые режиссеры, оператор, которые поставили фильм о Мурзаканцев. Извиняюсь, все-таки она подействовала. Мурзаканцев. И фильм они, я не видел, они мне обещали прислать. И вот они меня спрашивают в развитии темы, что они сейчас восстанавливают, реставрируют традиции наши, чтобы доступна пропаганда. То, что мы говорили сегодня, иллюстрируя этим материалом, что ты снял, и если это телевидение увидит, вы понимаете, вы сами, пропагандируя свою культуру, отдыхаете, и ваш отдых будет приятен Волгодонскому. Любому, кто приедет на эту землю с любых территорий земного шара, поверьте мне, они едут на Кавказ за этим, за тем, что у них не наблюдается, за нашими ветрами, за нашим, если хотите, говором гортанным, за нашими шипящими звуками. Они хотят в этнокультуру окунуться, а мы им что даем? Мы отдыхаем так же, как они отдыхают у себя в Волгодонске. Что-то это слово повторяю. Любой другой. А молодая гвардия. Мы кого-то копируем, когда им вырасти на такой культуре. Машаллах,
чтобы бальзам души сегодня я получил. Так что я преклоняю головы перед вашими родителями, теми родами, где вы воспитывались. Вы это не специальное шоу, это ваше видно, не наигранное, не постановочное. Это позыв вашей души, вы так отдыхаете и без нас. И вы решили разрешение у нас попросили, чтобы продолжить привычный стол. Оля Хайдахо, чтобы сон пошел там на субтитры. Вы красиво живете, красиво отдыхаете, красиво трудитесь. Я думаю, так же красиво, серьезно учитесь. В любом вещи, если вы вот это сохраните, то, что я увидел. Вот все, что я многословно пытаюсь будильником работать в обществе, донести, протрезвить. Вы это проиллюстрировали. Надо это пропагандировать, телевидение день и ночь. Шапсов, я молчу весь вечер, слушаю вас. Продолжайте хулиганить по-абхазски.